Дорогие друзья, пастора и ваша команда, мессианские лидеры и ваши команды, мы хотим пригласить вас в Одессу на несколько дней для семинаров, которые пройдут 28 и 29 апреля. На базе мессианской еврейской общины, после чего пройдет и прекрасный ретрит 30 и 1 мая. Я вас приглашаю не просто провести время в Одессе, но некий опыт, который многие общины церкви ищут в служениях других церквей, может быть для нас большим депозитом или же большим примером. Gateway Церковь с ее опытом, который имеется в служении, имеет 18 лет прекрасного возрастания не только в количестве. Эту церковь начинают узнавать многие люди. Я встречаюсь на конференциях с многими пасторами из Украины, России, и они очень удивляются от динамики роста этой прекрасной церкви. 36 тысяч человек за 18 лет. И этот опыт, который они имеют, они хотят поделиться вместе с нами. Я приглашаю вас провести с нами несколько дней. Учиться у людей, которые имеют этот опыт. Джон Данн, один из пасторов Gateway, который работает на пространстве Европы и Израиля, для того, чтобы многие общины и церкви могли сотрудничать, видеть особенности, как поднимать свои общины. Я приглашаю вас на этот прекрасный ретрит, который пройдет 28 числа после обеда с 3 до 9, 29 также с 3 до 9. Я также говорю о том, что продолжим наше общение 30 апреля и 1 мая в хвале и поклонении, в молитве, в назидательных проповедях наших гостей. И этими гостями будут не только пастора и служители из Gateway, а также те, которые и уже пережили и используют их опыт в своих служениях. Такие как пастор Кшиштоф Жеремба из Польши, Дима Бодю из Мелитополя, Роджер Финч, который наш постоянный друг и участник наших ретритов из Финляндии. Поэтому я приглашаю вас на эти даты.